Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет падать. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по области – плюс 28, плюс 33. В Ульяновске – 31-33 градуса выше нуля. Коломенский завод приглашает на работу вахтовым методом. Токарей, фрезеровщиков, слесарей и других рабочих. Телефон 8 496 613 82 62.